Всем доброе утро. Начинается 7-й день нашей поездки. Мы сейчас находимся... Где мы находимся? Мы сейчас находимся в порядка 80 километрах от Анталии. И сегодня вечером по завершению нашего маршрута мы впервые увидим море. А пока что у нас выгрузка из бусов, легкий завтрак, чтобы было чем крутить сил. И отправляемся в путь. Мы стартовали, трек у нас получается 139 километров длиной. Вот. Не знаю, доедем ли мы его весь по световому дню, все-таки у нас сейчас 11 утра уже. Вот. Но мы будем пытаться в любом случае. Главное, что мы сегодня доедем до моря. Чекал у нас? Впереди подъем длиной в 7 километров. А всего набираем за это расстояние 380 метров вверх. Но это практически единственный такой крупный подъем у нас на треке сегодня. Так что в основном мы спускаемся вниз, потому что мы едем к морю. Мы едем в каньон Тази. Ребята из Ирана сказали, что он amazing. Они ехали на машине, правда, в отличие от нас. И они ехали вниз. Вот, поэтому посмотрим, какими мы будем после. Погода, в принципе, отличная. Небо немножко затянуто тучками, солнце не жарит. Ехать можно, приятно. Поэтому мы поехали. Hello. И вот такими грунтами 6 километров вверх. Градиент стабильно 10-11. Ну, потихоньку деремся. Вот мы и забрались на вершину. Начинается спуск. Спуска у нас очень много. Вода, вода, боже, вода. Даже мыло есть, прикинь. Уже начали спускаться после этого дурного длинного подъема в 7 километров длиной. Три бутылки воды ушло на нас двоих практически сразу. И вот реально уже экономили, экономили. Я рад, вода, вода. Я рад, вода, вода. Так, воды хотелось. Захлёб. О, да. В общем, очень довольны, что наконец-то доехали до воды. Сейчас сделаем тут привал. Прощаемся с горами, потому что сейчас мы уже спускаемся в каньон Тази, а там немножко погуляем, ну и оттуда уже двигаемся к морю, и сегодня последние горы в ближайшее время, зато будет море. Муки выбора, налево или направо ехать, но попробуем по более крутому проехаться. Мы доехали до каньона Тази.
там, где стоит локация на Google картах, каньон Тези, там ничего нет. Там просто как бы дорога, эта точка стоит прямо на повороте, и мы даже сразу не поняли, что же в нем такого особенного. Посмотрели, увидели, что там негде никак спуститься, покачали головой, поехали дальше. Подумали, ну мало ли, просто какой-то каньон. А потом чуть дальше наш водитель уже стоял на развилке, где надо было уйти с основного трека вправо, чтобы увидеть вот это. Я сейчас вам покажу. Тут на самом деле очень хорошо, что мы не проехали, что нас сюда завернули. Хотите природных красот Турции? Тогда вам определенно нужно посетить каньоны. Находятся они в 80 километров от Анталии, в огромном природном парке Каприлю. Все эти красоты созданы природой не без помощи реки Кюпрючай. Это красивейшая горная река, 183 километра бирюзовой горной воды. Река всегда полноводна. Именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг. Но изюминкой реки как раз являются каньоны. Если Каприлю каньон – это рафтинг, римский мост 2 века и деревенские кафе на реке, то каньон Тази – это потрясающие виды на ущелье и горы. Итак, каньоны. Максимальная глубина каньонов до 400 метров. Длина только одного каньона Каприлю 14 километров вдоль реки, а ширина до 100 метров. Каприлю и Тази – это два самых больших из 7 каньонов, образованных рекой Кюпрючай. Чай? Вода в реке действительно теплая, как чай. Это всего лишь конец апреля, когда море в Анталии только позволяет в себя окунуться, не балуя температурой. И это, напомню, горная река. Наиболее популярной достопримечательностью здесь считается мост Олух, который соединяет два утеса над рекой. Он построен римлянами во 2 веке нашей эры и до сих пор служит, являясь доказательством триумфа инженерной мысли Римской империи. Я не знаю, насколько это видно на видео, но вода вот прям бирюзового цвета, которая течет, я не знаю, мы потом посмотрим, на сколько метров внизу отсюда. Видео 10 долларов. Недалеко от каньона Тази местные жители делают вкуснейшие лепешки газлеме. Можно присесть, отдохнуть, выпить турецкого чая, также можно взять в аренду квадроцикл. Обязательно приезжайте в эти места, они безумно красивые. Без эмоций точно не останетесь. И не забудьте взять с собой фотоаппарат, ну или хотя бы какой-нибудь простенький айфон. Здесь очень круто. Есть вероятность, что это та же речка, которую мы видели сверху с каньона Тази. Вот, но она божественно прекрасна. Вода, кстати, обалденно чистая, ну как в горных речках. Но и не холодная. Да, и теплая реально. Она как для горной речки очень теплая, потому что мы спокойно сидим, ноги в ней. Ну, приятно, мы 2 дня не купались, мы свинки, а тут можно ноги наконец-то помочить в воде. Так, вообще, не смогли проехать горную речку, ноги устали, водичка вообще кайф. Я не знаю, я вот сижу и сдерживаю себя, чтобы не скупаться, честно. Ложись прямо. Ну садись, 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 садись. Да, по-моему, на 100 тысяч лет сбили. Класс. Это слово.
Вот такая вот горная речка, ущелье, блин, ну вообще класс. Из воды просто не хочется вылазить, это такая красота нереальная. Что мы уже въехали в регион Анталии, тут просто уже лето на полный ход. Все цветет, трава, луга, и самый главный признак лета, когда летишь со спуска, нельзя открывать рот, потому что залетают в него мошки. А вот она, та самая настоящая Турция. Просто дерево при дороге. Апельсинчики. Да нет. Горький? У меня нормальный был. По-моему, не апельсин. Вот они, какие апельсиновые деревья. Первый трофей апельсиновый. Последние 11 километров до Аспендеса. Вова говорит, что это самый сохранившийся Колизей. Ой, блин, боже, шара! Шара! Миша, понадкусывай, понадкусывай! Понадкушаю, да весь буду понадкушаю, сейчас все абсолютно. Финишировали, мы доехали до Колизея. Общей сложности получилось 92 или 93 километра. Ну, понятное дело, что с остановками на покупаться, на покушать, на оборвать апельсиновые сады. Ну, как бы надо же освободить место для нового урожая, старый собрать. Вот, летели, спешили, думали, тут уже без нас весь ужин съели. А оказывается, мы приехали первые. Так что теперь ждем остальную группу и, не знаю, тут или кушать будем, или доезжать уже бусами в Анталию и кушать там, на берегу моря. Как тебе водичка, Сашенька? Вот так.